Заур, привет. Привет. Как ты попал в Доту? Через фон. Я до этого играл в фон. В фон я попал через Warcraft. В Warcraft я попал через друзей. Просто приходил к ним в клуб, пока они там играли. Ждал их, и не дождался, и начал с ними играть. Это третий Warcraft, да? Этот Rogue, да. Frozen Throne. Все играл, кроме Доты. Warcraft, ну, мапы всякие. Ну, потом, конечно, я начал играть в Доту первую, ну, чуточку. Месяца два, наверное. Потом появился на горе Нихон. И увидел игру, скачал и начал в ней играть. Но они были схожи, поэтому... А где ты понял, что у тебя скилл есть? В Доте в первой уже понимал, что это твоя игра, твой тип игры, или в Хоне? На самом деле сложно сказать, потому что я просто играл, я был малым. Я делал все, кроме уроков. И я просто играл, у меня никаких мыслей о чем-либо там, хорош ли я в чем-то или нет. Меня не было, я просто играл, и мне было в кайф. Ну, как сейчас, в принципе. И когда ты залетел на просцену? Как это получилось? Ну, я играл пабы. Как и в Доте, в принципе, я поднял просто много рейтинга, как-то само случилось. Потом меня заметили, пригласили в команду. Как-то спонтанно все случилось, не по моим планам, просто... То есть тебя уже позвали в команду еще в Хоне? Да, конечно. Ага. Это известная была команда? Или... Ну, в Хоне, конечно, да. А как в Доту перешел обратно, почему? Было дело одно, я играл в Хон, были квалификации одни. То есть там в год был Хон Тур, назывался турнир, и он раз был, ну, в год был один раз. И мы играли квалы, мы до этих квалов весь год были фаворитами, мы во всех туриках выносили всех и выиграли всех. И дошло дело до квал. Я вообще, у меня в голове даже мысли не было, что я их могу проиграть, даже второе место занять. По итогу я их проиграл, занял даже не второе место, а третье. Пригорел с этого. Ну, забил вообще на игры. Месяца два вообще не играл ни во что. Занимался своими делами, спортом, что ли, то ли не, ну, real life, так назовем. И соскучился, и после 11 класса, как сдал ЕГЭ, ну, захотелось поиграть еще. Уже в Хон играть смысла не было, потому что Хон уже умирал, игроков мало, турниров нету. Ну, игра уже не такая классная, как раньше, из-за многих патчей. А ты пересекался с нынешними дотерами, которые тоже начинали с Хона? Уже еще в Хоне пересекался с ними? Да, пересекался, но я в то время был таким пабером, неизвестным никому, но мне... приходилось с ними играть, и я многих знаю, и с многими играл. Насколько я знаю, вот No Tail тоже с Хона, вот вся да, эта... Да, вот все эти ребятки, я их оттуда знал. Какая организация в Доте появилась у тебя первой? Ну, конкретная организация, то Гамбит. До этого я играл, конечно, там в Tier 3 стаках, просто пробовался. Долго? Нет. В каждом, ну, по-моему, было две команды, и в каждой по месяцу, наверное. Ну, вот как ты уже сказал, ты был в Гамбит, еще ты был в Эффектах и Double Dimension. Вот я так понимаю, до Империи уже, вот перед Империей был Double Dimension. Как эти команды, какое на тебя влияние оказали, вот эти три? Ребята из Гамбит, они мне дали такой хороший старт. Они меня многому научили, то есть, когда меня брали в эту команду, я был таким пабером, который особо ничего не понимал в Доте. То есть, мое дело просто зайти, играть там, крипчиков бить. Играть от того, что происходит в игре, то есть никаких идей в голове не было. Собственно, ребята мне помогли в чем-то по макроигре, начал Доту понимать. Вот это, так скажем, такой был хороший старт для меня, за что большое спасибо всем им, Бигнуму в частности. Привет ему, кстати. Я думаю, он это обязательно услышит. А у тебя была интересная и никому непонятная ситуация в Эффектах, насколько я знаю, когда ты попал на LAN, но на него не поехал. Вот я спрашивал Модена об этом, он как-то там не стал ничего говорить, потому что он говорит, я не знаю, я не принимал участие там во всех этих делах. А как так получилось, что ты не поехал на LAN-то, на мажор тем более? Дело было на ESL, то есть LAN, на который мы первый раз, ну, первый попали. После него, ну, некое недопонимание вышло, и в частности, это моя вина. Я мог все это исправить и поехать на этот LAN. Но я не захотел причины говорить этому, ну, не хочу особо. Я понял. То есть у вас это было просто, может, ну, не конфликт? А... Нет, это вовсе не конфликт. Это, то есть, можно сказать, я сам этого не захотел, если бы захотел, я поехал бы. То есть все упиралось в тебя, не в команду, не в тиммейтов, а по большей части в тебя. Есть такая информация, что ты немного занимался футболом.
Да. Я так понимаю, это было в детстве или уже так, в подростковом возрасте, скажем. Это было до Warcraft, так скажем. Еще до Warcraft. До того, как я засел на все эти игры, я занимался много чем. То ли боксом, то ли футболом, то ли еще чем-то. То есть в конце это был футбол. То есть я уже играл в футбол, и меня вот понемногу заносило уже вот в компьютерные игры, вот Warcraft в частности. И до Warcraft я, собственно, много играл в футбол. Это началось с того, что, ну, как и у всех, дворщик, там, друзья, футбол. Потом, ну, особо на тренировки ходя, там, с командой играть, у меня так много и не удалось. Там, месяца 3-4, скажем так, я походил на эти тренировки. Ну, потом интерес пропал. Вот и все. Тут не твое просто получается, да? Потратил кучу времени. Я не мог не заметить, что на буткемпе у тебя, наверное, ты первый игрок на моей памяти, у которого нормальный человеческий здоровый режим, где ты ложишься спать вечером и просыпаешься утром. Как ты считаешь, это тебе помогает играть или наоборот? Потому что многие, вот я со всеми общался, все говорят, да это невозможно, да вот надо просыпаться днем, потому что все игры вечером, обычно днем, КВшки, там, паблики нормальные. Насчет того, помогает это или нет, помогает, но есть игры, то есть если у тебя игры долгие, то есть до ночи, если там будешь играть до 11, до 12, то это тебе наоборот хуже будет. То есть я делаю так, если у меня игры будут ночью, то есть затяжные игры, точнее не затяжные, но если долгие игры, поздние, вот скажем так лучше, то я пытаюсь заснуть попозже, там в часиков 2, чтобы проснуться тоже позже, в 12, так скажем. Вот тогда вот, нужно этот режим регулировать, исходя от того, сколько у тебя игры. Если там игры у тебя заканчиваются в 7-8 вечера, то я засыпаю также в 10, в 11 и просыпаюсь рано. То есть это помогает как человеку, как организму, так и твоей игре. То есть если ты выспался, если ты себя хорошо чувствуешь, играть ты будешь лучше. Вот и все. Плюс я начал там ходить в зал, для этого тоже необходим хороший режим и хороший образ жизни, чтобы ты мог спать вовремя и просыпаться тоже вовремя. Я так заметил, ты очень музыку любишь. Музыку? Да, ты прям слушаешь ее, можешь прилечь на диване, сидеть ее слушать, во время пиков ты можешь ее слушать. Музыка? Там, да. Какая тебе музыка, во-первых, нравится, и во-вторых, как она на твою жизнь влияет? Хип-хоп, рэп. Батлы? Не батлы, то есть не русский рэп. Вообще не русский, да, это не слушаю и не очень-то и нравится. Как влияет? Эта музыка, в частности, некоторые рэперы, которых я, собственно, слушаю, они меня чем вдохновляют своей музыкой, то есть... Или с английским как? Понимаешь, о чем они вообще-то? Вообще понимают, но не все. То есть бывают такие треки, что не уследишь, что они там читают даже. Вот некоторые, многие, да, понимаю. Но меня больше не слова конкретно вдохновляют, а просто то, что они делают. Ты просто слушаешь, ты можешь это не понимать, но я от этого кайфую. И в частности, я слушаю больше рэп, чем что-либо еще другое. Я могу вообще игру не слышать, когда играю пабы. Без стрима, в частности. Вот со стримом приходится иногда поменьше делать звук. И вот с музыкой всегда легче, и музыка меня вдохновляет, так скажем. А сколько времени ты проводишь за пабликами в день? И насколько это регулярно у тебя? У меня бывает так. То есть, если я дома у себя, нигде не на буткемпе. А где ты живешь? В Грозном, да. Ух ты. Если я дома, то я часто позволяю себе гулять и отвлекаться дота. То есть, у меня как если... Я хочу за день пойти гулять, то я сыграю, там проснусь, 2-3 игры сыграю, и все остальное время пойду, буду гулять. А если у меня в планах нету куда-то пойти, выйти гулять, то я проснусь с утра, и до того момента, пока я не усну, я буду играть хоть 20 игр в день. Ну, часто так и бывает, я могу в неделю два раза пойти и не играть в доту и гулять. Это когда дома. Если я нахожусь на буткемпе, я дота вообще не отвлекаюсь, играю 24 на 7. Как вообще в Грозном с дотой? И вообще с киберспортом? Мне просто вот всегда было интересно. С киберспортом там никак, с дотой, наверное, тоже никак. Игроков мало. Каково быть самым известным дотером из Грозного? Единственным, возможно, дотером из Грозного. Походу, единственным. Ну, и считать
Просто, ну, я не знаю никого больше. Каково ли это? Не знаю даже. У меня друзей много, и в частности все они знают, что такое Dota, играли в нее, потому что я с ними начинал. И на самом деле сложный вопрос, просто я нахожусь, все мои друзья, они понимают, что такое Dota, и когда-то играли в ней, то есть... А семья не... понимает, что ты делаешь? Нет, семья не понимает, но дали мне свободу, и я делаю, занимаюсь всем, чем хочу. Короче, можно чем сказать... Чем ты их убедил? Чем ты их убедил? На самом деле тем, что у меня получилось хоть как-то куда-то прорваться. Поначалу они не были довольны, я это, конечно, терпел. Ну и молчал. Им что-то объяснить, это невозможно. Да. То есть я терпел, как что-то получил, как было что показать на бумаге, то... Ну плюс съездил, мир повидал уже. Да, да, вот, есть... собственно, этим и убедил. Да? Никак не словами, да. Ты уже играл с Моденом. Да. Вы разбежались, а потом вот сейчас снова вы соединились. Это случайность или вы, ну, как тиммейты, в принципе, уже состоялись? Неважно где, неважно в какой команде. У нас с ним всегда отношения были хорошими. То есть это, по сути, это случайность. Но я лично не был против играть с ним, не знаю, что он. Так что у нас и отношения хорошие были, мне он как человек нравился всегда. И случилось это случайно, и мне нравится с ним играть. Что вообще думаешь о команде? Вот вы проиграли сейчас открытые квалы сходу. Понятно, что вы там еще мало... Ну, как модно говорить, не сыгрались. Да нет, так говорить это глупо. Сейчас такая дота, кто напикал больше имбовых героев, тот и выиграл. Сейчас дота это такая игра, что, ну, много от пиков зависит. Были с пиками некие проблемы, и у меня всегда в голове мысль о том, что проигрыш дает тебе больше, чем выигрыш. То есть сейчас проиграть важнее, чем в другой раз. Ну, у меня всегда такие мысли. Так что так случается, не всегда каждому выигрывать. Конечно, после игры ты расстраиваешься, но это забыть легко. Часика-два там посидел в телефоне, там полежал, уснул, встал, забыл и пошел в следующий квал играть. Ты появился в медийном поле достаточно недавно, несмотря на то, что играешь давно. И очень часто и комментарии, вот ты когда появился только, вот Куман, очень часто я читаю... Скорее всего, от не самых компетентных людей в мире, ну, зрителей, что ты очень любишь долбить лес. Что ты можешь по этому поводу сказать? Ну, у меня были всегда с этим проблемы. Да? Когда еще в Гамбит играл. И сейчас, да, у меня есть такая проблема. И не сказать, что это проблема. Иногда это в плюс, иногда в минус. Нужно просто понимать, когда это в минус, когда это в плюс. Так что я пытаюсь сам в этом разобраться, потому что вижу сам свои ошибки. То есть ты считаешь, что это ошибка, долбить лес? Нет, я вот и говорю, это иногда может быть в минус, иногда в плюс. Так что это нужно как-то уравновешивать. И понимать, когда нужно бить лес, когда не нужно. Вот я пойму и перестану в нужный момент бить лес. Ты в душе все-таки кэрри или мидер? В душе кэрри-мидер. Кэрри-мидер? Вообще, скажем так, позиция один. Все-таки... Тот, кто играет... Больше, ну, тот, у кого в руках самый главный герой. Неважно, в миде ты или на кире. То есть я сейчас как бы мидером считаюсь, но у меня такие герои, которые больше фармят. И... Ты мистер топ-1 нетворс на карте. Ну, можно так сказать, да. Все понятно. Я такого еще одного знаю. Он куда не встанет, он хочет быть топ-1 нетворс. Ну, это ты для меня и для многих людей появился в медийном поле. Так, вот... по долбежке леса, скажем так. А для всех вообще ты появился после сам знаешь какой ситуации, когда ты подцапался с Дэнди. То есть наговорили друг другу кучу гадостей, и никакого толку от этого не произошло ни для одного, ни для второго. Сам ты как эту ситуацию оцениваешь на момент, когда она случилась на стриме, и сейчас, по прошествии времени, и что с этой ситуацией вообще делать? Потому что большинство людей узнали о тебе и стали на тебя смотреть после этой ситуации. Скажем так,
насколько я помню, это был день такой, что я очень много играл, то есть это было где-то ночью, 10 часов. Я в доту сел играть это в 11 со стримом. Играл я очень много, беспрерывно, наверняка устал. Я не помню, что там конкретно было. Скорее всего, морально устал. Скорее всего, у меня целый день были раки в команде. Как у всех, в принципе. Я от нее горел, но сдерживался. И, возможно, в этот момент я уже не смог себя сдержать. И, может, так и получилось. Я конкретно эту игру, момент, ничего не помню, потому что в моей жизни это абсолютно ничего не значит. Ни он, ни эта игра, ни этот момент. На меня это никак. Типа, ну, я на это никак не реагирую, чтобы было и было. Я об этой ситуации не думаю, в моей голове нету. Если меня тоже что-то спросят, я улыбнусь и скажу, ничего не было, вы чем? И когда я увижу этого человека вот, вживую, я с ним поговорю. Я эту ситуацию вспомню. Пока этого человека я не вижу, в моих глазах его нету, я не об этой ситуации, не об этом человеке, ни о чем не думаю, никак не реагирую. И случилось, и все. Ну ты, то есть ты не жалеешь, что это произошло? Никак нет вообще. Хорошо. Какие игроки на про-сцене есть, на которых ты равняешься? Равняюсь, ну... Давай так, да. Уберем из уравнения Миракла. Угу. Его нет. И Матумбы вместе с ним. Пускай сидят там у себя где-нибудь, тренируются. Вот давай, без них на кого? А можешь сказать, не равняюсь... А мне больше всех нравится. Ну, конечно, можно. Ну, если я там, типа, например, если в какой-то момент мне непонятен, я открою реплей именно этого конкретного человека. Если я смотрю и там что-то в лайнинге для мидли не понимаю, это будет Нон, а если керри, то Рамзес. То есть, ну, я, типа, мне легче найти их игры. То есть я люблю, я не смотрю ни квалы, ничего, если там не играю, типа, те же Virtus Pro, то есть СНГшные. Я, в частности, смотрю их игры, и я считаю, что эти два игрока не лучшие. Даже, ну, лучше, чем Miracle даже. А если вернуть Miracle и Матумбу? Ну, я Miracle могу смотреть только лишь из-за того, что у меня стиль игры схожий с ним. То есть я когда-то чему-то учился, именно смотря его реплеи. У меня стиль игры схожий с ним. И мне интересно постоянно смотреть его игры, конкретно в пабе, потому что он такой игрок, повторюсь, схожим стилем, как у меня. Он любит играть типа на себя и больше там, ну скажем, один против девятерых играть в пабе. И мне нравится его игры смотреть. Я в частности наблюдаю за ним, но все же как... тиммейтов, как игроков, считаю лучшими Нуна и Рамзес, потому что они многофункциональны. То есть они могут играть 1 на 9, они могут играть и 5 на 5, так скажем. То есть для команды отдавать нужное, как для своей роли. Хорошо. Если убрать про сцену, а взять паблик. Ты же много играешь в паблик и стримишь даже все эти дела. Вот твой любимый игрок в паблике, даже если это про игрок, вот в паблике. На самом деле... Ну, не любимая, а с кем тебе наиболее комфортно играть? Вот ты рад, что ты с ним в одной команде попался? Сложно сказать. Вот для Андрюши Гостика это Витун Папич. А вот для тебя кто? А если сарказмом ответить? Да нет. То есть один привлекательный игрок. Называйте его Дастан. Так его и зовут, по-моему. Дастан? Да, он очень классный игрок. А если серьезно, то... Да смотри, можно сказать так, а потом по одной команде окажетесь. Не дай бог. Не побудусь на это, как Госи. Если тебе завтра утром скажут, что ты теперь руководишь всей дотой, ты вообще вот движешь ее вперед, твое первое распоряжение на следующий патч. Но не по героям, а в целом по игре. Вообще все, можешь даже забанить кого-нибудь из игроков на пожизненно. Вот твое первое распоряжение в доте. Оно может быть любым абсолютно. Забанил. Ну, не то, что забанил, а запретил людям, которые в каждой игре играют лишь по поднять рейтинг, контрпикают, берут имба-героев. Брудмазер, да? Брудмазер на ласпик, Хускар, там Спектру, Урсу в каждой игре пикают. Есть у нас такие прекрасные люди, которые имеют очень большой ранкет, играют на таких героях. И, ну, в общем, так скажем, играют для того, чтобы просто апнуть Эумари, выиграть каждую игру
что-то играешь. То есть ты бы запретил просто поочередность пика? То есть чтобы не было ласт пика? Или чтобы люди не видели, что они пикают? Кстати, это хорошая идея. Но если так подумать, то нужно подумать, так скажем. Но вкратце и сказать, что ты с этим поделал бы. Потому что иногда ты можешь попасть в такую игру, что по стадии пиков у тебя в голове даже нет мысли, что ты можешь эту игру выиграть. Просто нарил. Сейчас такой патч еще мерзко играть. Передавай привет. Привет. Ну или пожелание кому-нибудь передать. Хочу сказать спасибо, ну и, собственно, привет им передам всем тем, кто, хоть их мало, но они есть, что я им благодарен. Благодарен всем тем, кто смотрит стримы, поддерживает, и иногда даже пишут и в ЛС, и в Доте даже пишут, бывает. Ну, такому узкому уголочку, который, в котором находится мало фанатов, так скажем, им спасибо и им привет большой. Ну и замечательно. Все.